день, мои любимые зрители! Сегодня будем делать витаминный коктейль для орхидей. Он очень как бы полезен. Особенно, вот, я купила орхидею камбри. Она была куплена на распродаже, не в очень хорошем состоянии, как вы видите. И листья такие вот не очень хорошие. И сама вот эта вот штучка, забыла, как называется, подскажите. Поменяем грунт и, конечно же, будем использовать этот коктейль. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Этот витаминный коктейль нужен для того, чтобы реанимировать, и нам понадобится три вида витаминов, которые можно купить в аптеке, и таблетки янтарной кислоты. При помощи этого витаминного коктейля и вот сбалансированного сочетания вот этих витаминов орхидея очень быстро вернется в прежнее состояние, если она болела. Также помогает быстрее зацвести, восстановиться, долго будет цвести, то есть очень-очень полезно. Всем советую, у кого вот есть орхидея, вот этот, использовать вот этот вот витаминный коктейль. Прежде чем это все делать, давайте посмотрим на эту орхидею. Мы сейчас ее вытащим, посмотрим корневую систему, в каком она состоянии, что, и, конечно же, пересадим в другой горшок. Так, ну что ж, давайте посмотрим, как себя чувствует камбрия у нас. Корневую систему проверим. Уберем все старые корни. Здесь вот, вот эти вот засохшие. Да, очень-очень много сухих корней. Очень много. Практически они все высохли. Я не знаю, как она у нас, как она у них там держалась. Да, они вообще сухие. Сейчас я отрежу, покажу вам. Я использую вот такой вот секатор. Он очень хороший. Вам советую, кто увлекается цветами, использовать его. Тут, знаете, какая история с этим растением? По-моему, оно было очень сильно перелито. И прям, знаете, пахнет не затхлостью, а таким вот запахом. Мха, запах леса, что ли. Здесь вот, конечно, все плохо. Ну и, конечно, обязательно вот этот вот коктейль нужно использовать. Сейчас вот уберу. Вот я оставлю эту корневую систему. И первым делом, конечно, сейчас пересажу. Так, я приготовила вот такой прозрачный горшок. Помещаю этот же грунт, но потом я его поменяю. Сейчас у меня просто нет другого. И все это обратно. Ну а теперь я покажу, как я буду делать, как восстанавливать растения. Первым делом я беру две таблетки. Здесь вот у меня примерно где-то 1,5 литра воды. Беру две таблетки янтарной кислоты и растворяю. Теперь насчет витаминов. Витамин пиридоксин. Второй витамин тиаминохлорид. И третий витамин цианокобаламин. А насчет того, что это, что за витамины, что за такие странные названия, сейчас объясню. Все это очень просто. Первый — это витамин В12, все очень просто. Второй — это витамин В1. И, как поняли, это витамин В6. То есть В1, В6, В12 и янтарная кислота. Так, берем по одной ампуле каждого витамина. И ломаем, и добавляем сюда. Вот этой вот смеси мне хватит
на все орхидеи. И теперь я помещаю сюда свою орхидею, которую пересадила. И что делаю дальше? Беру вот эту воду, смесь нашу, проливаю тщательно. Также листья как бы обрабатываю этим коктейлем. Тщательно проливаю и оставляю, что вот так вот постояла она у меня где-то минут на 30. И со всеми орхидеями так. Можно взять пульверизатор и опрыскивать также. И через 30 минут примерно я убираю. И вот так вот делаю со всеми орхидеями, которые покупаю. И которые вот, например, у меня была борьба тут. Может быть, кто видел мои видео с мучнистым червецом. И у них был сильнейший стресс. Сейчас их тоже обработаю заодно, чтобы как-то им помочь. Так что используйте, если что-то случилось с орхидеями. Обязательно поможет, работает прям на ура. Все, всем спасибо за внимание. До следующих встреч.